Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на Всероде реплей Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте видеть мини-регистрации. Ну что ж, сегодня в принципе новая серичка, и посвящена она будет машине, а именно Bugatti Chiron. Сегодня я хочу поставить на нее винил и диски, то есть сегодня я снова потрачу все свои деньги на машину. То есть у меня сейчас лям 600, винил будет стоить, я думаю, минимум лям 500, и диски 100 тысяч, и того у меня останется примерно 47 тысяч. В принципе, та же история, что произошла с Теслой. Кто не видел серию про Теслу и про казино, то обязательно посмотрите, они были недавно. Поэтому заходите на канал, кто не смотрел, обязательно смотрите. Ну что же, давайте я когда-то уже доеду, продолжу. Но вы пока что можете поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Все, всем приятного просмотра, погнали! Ну что ж, я уже в принципе подъехал. Как вы заметили, я сразу же перекрасил Chiron в белый цвет, чтобы винил на него хорошо лег. Все, заезжаем. Честно, я смотрел уже винилы, как бы, но я их точно не помню, поэтому сейчас мы это все посмотрим. Так, первый винил стоит 1 миллион, это винил Gucci. Второй миллион это камуфляж. И еще один винил это у нас космос. Честно, вот скажу, мне хотелось бы космос, но как всегда, у меня нету денег, пацаны. Вот реально как всегда. Поэтому, скорее всего, мы поставим вот этот винил и потом перекрасим. Ну что ж, думаю, покупаем пацанлям с половиной, просто сейчас тратим. Ну, я думаю, нажимаем купить. Все, я купил. Теперь давайте диски посмотрим, какие-то. Блин, все диски на него, кстати, маленькие вообще. Прям реально все. Поэтому диски мы, наверное, менять не будем. Это точно. Так, здесь у нас какая-то тачка стоит. Давайте отъедем. Ну, блин, так оно, в принципе, неплохо смотрится. Давайте я сейчас цветом попробую немного помудрить. И если мне что-то понравится, я вам это покажу. Итак, короче, я покрасил, выбирал много цветов, и мне понравился больше всех, наверное, вот этот цвет. Сейчас я вам его покажу, видите, вот так он выглядит. Ну, как бы, зато это необычно, пацаны, такой камуфляж, знаете, прикольненький, я думаю. Неплохо так выглядит, вот такого цвета получился. Ну, неплохо, реально неплохо. Я думаю, это самый такой оптимальный цвет для него. Как бы, чтобы выделяться среди всех, а то оставлять его белым, как он был, ну, то есть, обычный винил, это было бы глупо, потому что, ну, я думаю, я бы встретил такой в городе бы Chiron по-любому. Ну, то есть, на сервере, я имею в виду. А вот такой, я думаю, я не встречу, тем более, ну, довольно-таки неплохо смотрится, я думаю, вы со мной согласитесь. Пишите свое мнение, в принципе, в комментариях. Ну, давайте я сейчас доеду до Теслы и ее заберу, отвезу домой. А Chiron, он, в принципе, сам заспавнится, и все будет нормально. Вот, если честно, мне реально нравится этот винил, он выглядит довольно-таки неплохо. Так, открываем шлагбаум и давайте проедем. К сожалению, диски я не смог поставить из-за того, что они были просто-напросто на нее маленькие. Оставить маленькие диски, ну, было бы глупо, эти диски, в принципе, неплохие. Это стандартные диски Chirona. И выглядят они довольно-таки неплохо. Блин, вот меня реально бесит то, что бензин очень быстро кончается. Вот что они на дороге просто вдвоем стали? Вот негде постоять, серьезно, на бочную припарковались и стойте, сколько он влезет. А то, блядь, перекрыли всю дорогу и стоят там, блядь, разговаривать, либо что они там делают. Я все, конечно, понимаю, но можно было бы отъехать спокойно. Так, только что подписчик подъезжал. Милки Гуччи, передаю тебе, если что, привет. Так, мы уже подъезжаем. А где моя машина, кстати? Стоп. Ну, такое себе. Что-то тачек вообще нету. А где все тачки с рынка? Так, я открыл карту, и моя Тесла где-то в море находится вообще. Скорее всего, это админ убрали машины, которые здесь были припаркованы, чтобы у людей не... А, вот она. Вот она, смотрите. Вот моя Тесла, пацаны. Гуччи, ебать. Нахаманных просто. Вот реально, мне кажется, смотрится довольно-таки неплохо. Так, уже РВС был машин? Да, был. Мне кажется, смотрится вообще очень классно. Реально просто сочно так выглядит. Ну и в итоге, короче, пацаны, меня крашло. И где-то минута видоса не записалась. Но все остальное, слава богу, сохранилось и восстановилось. Я там говорил, в принципе, о том, что мне очень нравится RS6. И кто готов поменяться со мной на Теслу, например, либо просто мне подарить машину, то напишите мне ВКонтакте. Да, конечно, губку я раскатал, но просто мне эта очень тачка нравится. Но возможности купить у меня ее нету, потому что у меня нету денег. Вот все мои деньги. Кстати, я, ну, вне записи заехал в банк, оплатил налоги. На 8B заехал, продал тыквы и... рулетки бронзовые и заработал немножко денег. Я решил прилететь сюда, чтобы забрать Теслу, потому что как только я начал подъезжать дому, меня просто-напросто крашнуло. Давай сейчас заберем Теслу. Так, вот, вернуть на стандартное место парковки, и она должна была где-то здесь появиться, но вон она стоит, в принципе. Я думаю, она выделяется среди всех. Так, чувак на Хуракане. Ну, Хураканчик тоже симпатичен, но мне больше как-то хочется RS6. Поэтому, пацаны, кто там, у кого есть лишняя RS, короче, можете писать мне в ВК, ссылка на ВК будет, если что, в описании.
Кстати, я вот здесь подумал, а почему как бы Теслу нужно заправлять на заправке? Это довольно-таки глупо, потому что это все-таки электрокар, типа Тесла, самый лучший электрокар и так далее. Было бы круто, если бы они сделали, чтобы она вообще, ее не нужно было заправлять, как в принципе Маверик. Было бы реально очень круто, и эти тачки бы ценились. А так, эти тачки не ценятся, они на центральном округе именно продаются по 3-4 миллиона, и никому они по сути не нужны. А так, если бы сделали, что у них бензин не кончается, ну то есть бесконечный бензин, точнее вообще у них бензина бы не было, как на Маверике, то было бы реально очень круто, и тачки эти бы ценились. Блин, напишите в комментариях, как вам такая идея, чтобы сделали, чтобы Тесла была без бензина, то есть у нее никогда не заканчивался бензин, и на ней можно было бы ездить сколько угодно. Это, я думаю, было бы очень круто. Вот, пацаны, все, в принципе, в сборе. Как бы, да, вот, все мои тачки стоят. Все, Теслу я тоже припарковал, вертолет тоже заспавнился, и Хуракан, точнее, Чирон. Чирон, да? Не, Хуракан. А, Чирон, Чирон. Чирон тоже здесь стоит. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. I'd be crying.